Дорогие мои зрители, сейчас я хочу вам рассказать о мечети шейха Зайда в вечернее время. Чтобы вы поняли, как это произошло, напоминаю, что мы здесь были в круизе по Персидскому заливу. Начинался наш круиз в Абу-Даби и там же заканчивался. И вот уже по окончании круиза, то есть через неделю после того, как мы были днем, мы вернулись сюда поздно вечером в Абу-Даби, и нам очень захотелось съездить снова в мечеть. Что мы и сделали. Это фотография, фотопанорама смартфоном, чтобы вы имели представление целиком о всем кадре. К сожалению, объектив видеокамеры не способен объять масштабы, размеры мечети. В своем фильме, дневном фильме о мечети, я все практически рассказал. Ну, немножко добавлю, а потом помолчу. Добавлю я, что разработана была мечеть сирийским архитектором Юсефом Абдельки. Значит, потом у меня там звучал вопрос, а сколько средств было потрачено? Более 500 миллионов долларов США ушло на строительство. Строили примерно 9 лет. Ну и, может быть, еще одно небольшое дополнение. В мечети есть зал примерно на 1500 молящихся женщин. То есть специально женский зал. Ну, в основном все остальное я рассказал. Читайте комментарии под фильмом. Не буду вам мешать. من أقبل إليك تلقيته من بعيد ومن أعرض عنك ناديته من قريب ومن ترك الذنوب لأجلك أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضاك وهبت له ما يريد ومن فأنت له الحبيب ومن شكا إليك فأنت له المجيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك